на что? Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мешает что-то? Мешает, да. На счет три формируется вокруг, в твоих руках шар энергии Арго. 1, 2, 3. И даем импульс высоковибрационного удара, сжигая любое воздействие на тебя. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Но он вышел сейчас, у него руки связаны, ноги, он как трясется весь. Понятно. Кто-то еще есть рядом? Видишь? Нет. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дмитрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дмитрия поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Кстати, физический биоробот, у него он спит. Он так устал, он изможден. Понял. Он сладко спит. Кто-то заставляет его сладко спать. Ничего, сегодня мы заставим кого-то спать. Нет, просто мы поставили защиту, и он отдыхает там. А, в этом плане, да. Да, он не доверяет сну, что ли, и под защиту он сразу как отключился. Хорошо. Мы на месте. Мы приветствуем Дмитрия, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит, он показывает, руки, ноги связаны. Хорошо, Влад, разрежь руки и ноги, эти веревки. Они отправляются в клетку-тюрьму. Готов. Отлично. И выстраивает этих веревок канал к ответственным. 1, 2, 3. Притягиваю в клетку-тюрьму, становится моим заложником. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть. Но веревки это гуманоид, но у него есть еще один. Я знаю. Да. Выстраиваю от гуманоида канал к другим ответственным. 1, 2, 3. Притягиваю всех, кто связан с гуманоидом. И энергия Дмитрия в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Дракон у него. Какой? Синий. Считай цифры над головой синего дракона. 8023, он агрессирует. Ой, какое счастье, дракоша. Ты реально решил агрессировать в моей клетке-тюрьме? Я второй раз спрашиваю. Он сейчас скулит. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Но он замер, печать гипнотизирует его. Отлично. И в этот момент он получает удар энергии от мана. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Отлетает в другой конец клетки. Ты знаешь, он отлетел, но от него идет телепатический такой ответ. Нет, ответ. Ну. То есть он... Он молчит, но у него мысли идут, что как примитивно, до сих пор бьют. Ох, как примитивно, отлично. В моих руках появляется печать семи архангелов. 1, 2, 3. И включаю ее на полную мощность. Пошел свет архангелов. Расскажи мне о примитивности. Ну, уменьшает свет может сжечь. Уменьшает дракона в 2 раза. Да, будет так, а так и есть. Примитивно дракон? Вот это неприятно. Примитивно, дракон? Ну, он понял, кто хозяин в этой комнате. Выключая свет над его головой, выключая печать семи архангелов. Еще одна попытка воздействия или ответа неправильного на мой вопрос. Открывается портал перед его клеткой в галактическое ядро. 1, 2, 3. Посмотри туда, дракон. Он говорит, я знаю твои возможности. Закрываю портал в галактическое ядро, дракон. Ты пришел вместе с гуманоидом? Я у него на службе. Ты у него на службе. Отлично. Значит, вы пришли вместе. Значит, это организованная преступная группировка. Откуда ты, гуманоид? Сириус. Ловец душ? Энергии. А почему ты пришел в это биополе? Расскажи мне. Почему за его энергиями пришел? У тебя заказ какой-то был? Можно и так сказать. Не можно намеренно так? Намеренно пришел. Намеренно. И ты мне сегодня ответишь на все эти вопросы. Если я не получу ответа, то, что ты увидел сейчас рядом с синим драконом, это все детская игра. Итак, я даю команду. Начинаем с реверса энергии. Не с реверса энергии, а начинаем сейчас с сканирования. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дмитрия. Находит все. Ну,
Скеннер сканирует у нас, Дмитрий, он как стонет, я, говорит, устал уже от них. Дмитрий, давайте я вам объясню одну единственную вещь. Она называется, если вы не являетесь хозяином своих энергий, вне зависимости от того, знаете вы об этом или нет, вы эти энергии оставляете на корм сущностям, которые видят вас только кормушку. Вы читаете манифест? Вы получили после сеанса манифест. Вы его читаете каждый день. Вы укрепляете свои намерения. Объявляете о своих границах. Заявляете о том, что вы существуете или нет. Или вы ждете чудо со стороны, которое придет вам и упадет на руки. Так я вас должен огорчить. Такого не бывает без ваших усилий. Мы дали вам инструмент заправки энергиями. Поднятие вибраций, сброса негатива, все и точно так же Меркаба. Точно это все надо использовать каждый день. Если вы этого не делаете, значит вам безразличны ваши энергии. Соответственно, сущности будут приходить и брать вас себе в корм. Не играет никакой роли, устали вы, не устали, и у них нет этих чувств, у них нет сострадания. Если вы не будете бороться за свои энергии и за себя самого, не возьмете свою судьбу в свои руки осознанно, ни один человек на Земле, никто не сможет вам помочь, даже не на Земле. Ваша свобода лежит в ваших руках. Если вы ее не используете, не стоит удивляться, что такие сущности приходят и будут приходить. Вы меня сейчас поняли? Но он руками показывает на них, говорит, они же неспроста во мне. Вот я вам объяснил, почему. Потому что вы ничего не делаете. Ну, он говорит, я стараюсь. Я не знаю, как вы стараетесь. Я вам задал вопрос. Вы читаете манифест? Читал. Один раз. Вы заправляетесь энергиями. Вы поднимаете вибрации. Осознанно. Вы хоть раз пытались это сделать, Дмитрий? Ладно, хорошо, Вера, оставим этот вопрос. Посмотри, пожалуйста, сколько у нас, кто еще притянулся, есть ли еще кто-то в клетке? Никто, два канала, все к ним. Все отлично, делают. Все. Значит, я даю команду тонкой копии. Так, я даю команду, все, что установил гуманоид, 1, 2, 3, выходит, отключается из биополя Дмитрия, зависает и летит в клетку-тюрьму. Все, что находится на чистоте синего дракона, все его платы отключаются безболезненно, выходят и летят в клетку-тюрьму. Все их энергии выходят и летят вслед за их подключками и конструкциями. Да, будет так, а так и есть. Готово. Выстраивай каналы к этим подключкам гуманоида и дракона, и к ним самим. И на счет 3 делаю реверс, возвращаем все темные энергии, которые пришли от них и их подключек. 1, 2, 3. Пошел мощный поток, возвращая все назад. Есть. Устанавливаю фильтры золотой сеточкой и в порядке реверса забираю из конструкции плат интерферентов, а также от гуманоида и дракона. По праву забираем назад. 1, 2, 3. Пошел реверс. Что возвращается, Вера? Посмотри. Энергии возвращаются. Душа была? Энергии души? Ты знаешь, возвращается. Он с урана, зеленый, возвращается, да? Родные энергии. Готов. Сколько они находились в биополе «Синий дракон»? 10 дней. 10 дней. Когда вошли во сне? Ну, он показывает со стороны. Там неуверенности очень много в человеке. Неуверенность. Вот эту неуверенность ты чувствуешь, да, «Синий дракон»? Говорит, что он очень хороший экземпляр. В каком плане, объясни мне? Мы уже слышали это выражение от других интерферентов. Очень легко к нему. Очень доступный. Энергия хорошая, сам доступный. Хорошо, объясни мне, как ему избежать твоей подключки? Что ему нужно сделать? Ну, он его показывает со стороны, как это видит дракон, он как голый. У него нет ни защит, ничего. Понятно. Хорошо, я дракона уменьшил, да? Да. Возвращаем его нормальные размеры. 1, 2, 3. Хорошо. Так, включай внутренний белый свет Дмитрию. 1, 2, 3. Значит, 3. Дмитрий выдавливает из всех своих 7 тонких тел все негативные патогенные энергии, как свои собственные, так и находящиеся на частотах синего дракона и гуманоида, а также их
под ключик. Один, два, три, пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются перед ним шар. Есть. И под этим шаром открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он чистый. Отлично, подхожу к Дмитрию, помогаю моей энергии сделать импульс высокой вибрационной шока удара и отсечь каналы к интерферентам и их под ключком на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Так, посмотри, сколько энергии нужно Дмитрию, какая частота вибрации? 380. Да. 27. И на счет 3 макушку головы Дмитрия начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота его вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Ты знаешь, он истощенный какой-то. Он запросил больше энергии, потому да. что ему не хватает сил. Ну а как же ему силы иметь, если он всю свою энергию подарил интерферентам? Он в каком-то постоянном страхе получить. У него как панические атаки какие-то внутри него. Откуда эти панические атаки берутся вообще? Ну они даже не атаки, а страх внутри. Это страх. А страх потом перерастает в атаки. Он любит себя, он обнимает себя. Очень плохая привычка, говорю сразу, Дмитрий. Это чистота демонов обычно и космических цивилизаций. Лучше вы уделили время своему духовному развитию. Хорошо, Вера, как у нас проходит процесс? Готово, закачала. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую Ли. Посмотри, пожалуйста, на эту организованную преступную группировку «Гуманоид Сириус» и «Синий дракон» 8023. Нет ли там за ними? Ну, говорит, отпусти дракона. Хорошо, дракон. Повезло тебе реально. Открывается. Готов уходить? Готов. Под платами дракона открывается портал в галактическое ядро, и они уходят платы на переработку, закрывая, печатая, растворяя дракон. Я тебя предупреждаю, если я тебя второй раз встречу, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Он говорит, скажи ему, пусть защищается, защита выставляет. Хорошо, я передам ему, чтобы он выставлял защиту и защищался. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Этого ты заберешь, Ли? Этого заберут они. Хорошо. Они его забрали, у нас клетки еще вот эти руки-ноги, что были связаны. Открывается под ним под этими артефактами портал галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Там еще должна остаться была конструкция гуманоида, или она еще, или где она? Она ушла вместе с ними. С ними, отлично, хорошо, все. Значит, клетка чистая сейчас, да? Да. Хорошо, все, мы закончили, заправили Дмитрия энергиями и будем его возвращать назад. Дмитрий, работайте над собой, никто не сделает за вас вашу работу. Если вы ничего делать не будете, точно такой же будет результат. Как сегодня вы видели в клетке тюрьмы. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дмитрия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.